Каждый год в детском саду номер 77 проходит осенняя ярмарка. К этому мероприятию дети готовятся заранее, учат новые песни, танцы и, конечно же, стихотворения. Высохли цветы, и глядят уныло голые кусты. Дни стали короче, солнца светит мало. Вот писли морозы, и зима настала. Ярмарка носит звучное название «Дары осени», и выбрано оно не случайно. Дети получили задание подготовить поделки ручной работы на осеннюю тему, а родители и воспитатели организовали сладкий стол. Все желающие могли попробовать фрукты, выпечку, конфеты и, конечно же, отведать вкусный горячий чай. Сахар у нас можно... Наливаем вкусную. Чай. Да, у нас же овец, молодой человек, да, Захарушка? Вот, запихайте, вот, держите. Поэтому мы будем пить. Уважаемый, вот девочка у нас угощает всех. Пожалуйста. Сегодня праздник «Дары осени». Какие плоды нам осень принесла в этом году? Дети очень старались, сделали очень много поделок, вот, очень много выпечки. То есть как бы и родители, и дети все постарались. И мы организацию сделали, я думаю, хорошую для детей. Ну, какая вообще реакция вот у родителей? Смотрю, они довольны, прыгают. Да. Родители все довольны. Приходили с маленькими детьми своими. Все фотографировали, вместе с нами танцевали, пели наши песни. То есть, я думаю, праздник удался. В этот по-настоящему теплый осенний день к ребятам из детского сада номер 77 пришли в гости любимые герои из мультфильма «Маша и Медведь». Ну, здравствуй, здравствуй, Мишка, любимый ты наш топтышка. Мишка к нам на праздник так долго собирался, чуть не проспал. А вы знаете, что он делал? Спал, да, вот еле растолкали, разбудили. Осень пришла к нам в гости, осень не серая, а яркая в наряде расписной. Друг друга за руки возьмем и шлепая по лужам гулять пойдем. Танцевали. Давай я скажу. Танцевали, играли, пели. Пели-то. Танцевали долго. Разгадывали стихи, загадки всякие. Праздник осени получился ярким и незабываемым. Ребята и их родители вдоволь натанцевались и весело провели время. А главное, никто в этот день не ушел с пустыми руками. Голубое, здравствуй, солнце золотое, здравствуй, вольный ветерок, здравствуй, маленький дубок. Мы живем в одном краю. Всех я вас приветствую. Егор Кабанов, Дмитрий Курунов, Ольга Захваткина для программы «Городские вести».